Друзья, всем огромный привет. Я, кстати, шпроты очень люблю. Большая упаковка, сколько здесь грамм? 240 грамм. А это маленькая сколько? 160 грамм. Вот, кстати, гляньте, сейчас можно со скидкой в АТБ взять шпроты. Кто-то писал, что, ну, все почти писали, что, да, кто-то там один написал, что плохие шпроты. А все писали, что шпроты, вот своя линия, очень хорошие. Можно брать. Сейчас они со скидкой 35-40. 240 грамм, а маленькие 31,80, 160 грамм. Так, дальше сейчас пройдемся по акциям, посмотрим, что там. Свинина у нас, своя линия, 325 грамм, 45,50. Ребят, очень люблю вот эти вот банки всякие, каша гороховая, каша гречневая, сейчас по 32,80, но они были даже чуть дешевле, прошлый раз были чуть дешевле. Так, паштет, своя линия, 21,50. 240 грамм в акции сейчас. Так, паштет, так, с индюшкой, 18,30, своя линия. Вот, мне кажется, Аквамарин тоже хорошая фирма. Я брал пару раз Аквамарин. Акильку тоже люблю. Вот с черным хлебушком, 18,90. 230 грамм в томатном соусе. Ребята, сахар как был 25-40, а подорожал чуть-чуть, наверное, или упала цена, я не помню. Кажется, 27 был в синих пакетах. Это у нас, а он тут килограмм, но это идет третьей категории. А я вот этот беру, это первой категории, 33-40. Он явно, вот кто не пробовал, возьмите, попробуйте, он действительно слаже. Так, мука 2 килограмма, разумный выбор, 28,90. Днепромлын 1,800 грамм, 33,40. Хуторок 1,8, 33,90. Киевмлын 1,8 килограмма, 34 гривны. Так, здесь повторяется, да? Да, тут повторяется все. Так, пшено, разумный выбор, килограмм 16,90, крупа ячневая 14,90, перловка 14,20, а сколько манка сейчас? 16,70 килограмм, нормально. Горох 18,30, а гречка 45. 45 гречка, ребята. Так, рис, разумный выбор, дробленый 22,90, а рис длинный 30,50. Еще тут есть какой-то пропаренный 30,50, пропаренный. Так, шлифованный 850 грамм, 22,10. Так, тут макарошки у нас, мушля, килограмм, 22,90, разумный выбор, рожки 20,60, так, ярко, килограмм 31,90, ля паста 21,50, а сколько там, 400 грамм, вермишель 20,70, 420 грамм, что было по акции, ну, поразбирали. Туннель остался. Так, а мои гнезда? А мои гнезда 41,50. Подорожали. Были по 36, потом по 38. Тоже подорожали. Спагетти сейчас по акции какие-то. А, своя линия. По 17,60. Для паста 24,30. По 400 грамм все идут. И те, и те. Своя линия по 12. По 12,50. 450 грамм. И 23,80. А что это такое? А, здесь 900 грамм. Понятно. Вот такие. 900 грамм. А чумак 40 гривен 90 копеек. Ого. А, цена, ой, вес чуть 700 грамм. Своя линия. Соломка 25,50. А сейчас вот эти вот польские идут.
польский на бульон 27.30, лукшина 35.90 и ролтон 20.60. Ролтон. Вот эти вот беру на бульон, очень хорошие, по 16.60 лукшина. Очень хорошие, 250 грамм на бульон, их даже варить не нужно. Бульон в конце уже заварился, 2 минуты кинули и выключили, и все. Они не развариваются, очень хорошие. Так, у нас тут еще есть басмати 57 килограмм, шлифованный, делюкс 33. Или что это, камулино, а это камулино какой-то, по 33, крупа рисовая, шлифованная. Так, это рис шлифованный, пропаренный, долгозернистый, килограмм 41,90. Так, а это Таиланд прям, жасмин, 51 гривна. Сочевица 46. Так, крупа гречневая 66,60. Атуаль. Так, крупа манная Атуаль 47,80. Крупа Атуаль манная 29,60. Рис круглозернистый, это сюда 38. Так, тут рис столько, Атуаль какого-то. А это что, крупа кукурузная, 27,20. Фирма веников не вяжет. А я люблю вот эти вот. Вот эти вот люблю. А в пакетах. Крупа гречневая. Там пакетик положил себе, там 4 пакетика, полкилограмма, 29,90. И варишь, и не переживаешь, что оно тебе там что-то случится. 29,90 рис, тоже 4 пакета. И что это у нас? Рис шлифованный. А, это пропаренный этот шлифованный, 24,50. Даже булгур есть еще, 22,10. Кстати, нужно взять булгур, тоже хорошая кашка. Крупа своя линия, 15,10. Артек, 850 грамм. Садочки у нас по акции по 20,80. Яблоко, клубника. Кстати, и сильно цена не отличается. Ну, мелочи приятно, да? Ананасовый, яблочный 21,60. Апельсин 22,80. Большие. Розгребли щось. А, це просто тебе вітає, тебе це вже старе, нужно поміняти ценники. А большой садочок 41,80. Вода в акції Трускавецька, Бювет, а потім, що тут ще у нас? А потім обикновенний розумний вибір по 8 гривень, 2-літровий. Обратил внимание на вот эти вот соки. Это не стекло, это пластик. 1,5-литровый Нектар 62,30. Маракуя и яблоко. Нужно как-то попробовать взять 1,5-литровый. Что это воно такое? Ну, на день рождения можно будет попробовать взять. Хорошая такая, на 10 чашек кофе 24,90. В стиках, кажется, дороже получается. Очень хорошая скидка на кофе Якобс Монарх, 41%. Было 218, сейчас 229. Огромная, 200-граммовая. Угу. Карт Нуар сейчас тоже со скидкой. 193, сейчас можно взять за 150. А сколько грамм? 140 грамм. Черная карта, только ВТБ, 60 и 15 грамм еще в подарок, на 7 чашек больше, 47,70. Так, это АТБшная кофе, своя линия, был 98, сейчас по 77, 110 грамм, это то же самое, да, не поменяли. Тоже скидка на этот Алаказе, хорошая, гранулированный чай, 180 грамм, большая упаковка, 31,70. Так, на Ричард тоже скидку поставили, 29,90, черный с фруктовой добавкой, с бергамотом, 30,90. Так, в пакетах тоже акция по 26,30 и 23,90. Это с чем? Это, наверное,
Так, это у нас цейлонский байховый, а это у нас черный байховый с додаванием рослинной сыровины. Так, кто брал батик, напишите, пожалуйста. Хочу тоже попробовать батик. 17.40. Хорошая скидка. Ну как скидка? Нормальная скидка. Пахнет, ребята, обалденно. 25 пакетов. Черная смородина. Люблю экспериментировать. Так, батик гранулированный. 23.40. Сколько тут грамм? А, 110 грамм. 123.40. 110 грамм. А это 30 гривен. Сколько тут? Не понял. Тоже 110 грамм. 110 грамм. Странно. Тоже 110 грамм. Гранулированный. А это крупнолистовой, я понял. Понятно. Батик зеленый. Не люблю зеленый. 17.40. Со скидкой. Мономах. 28.90. Мономах. Вот это тоже никогда не брал. Пожалуйста, напишите мне вот этот, за вот этот мономах. 1001 ночь. Сейчас он со скидкой 18.90. Напишите, пожалуйста, кто брал, понравился он, не понравился. Так, мономах 45 пакетов. 34.90. Тоже, кстати, хорошая цена. Фруктовый 40 пакетов. И 5 в подарок. Так, и вот такой 34 гривны. Мономах, чай черный. 40 и 5 пакетов в подарок. Тоже хорошая акция. Сейчас покажу вам новинки еще. Так, вот эти вот зеленые ценники, это все, ребята, новинки. Так, что тут у нас, гляньте. Смотрим. Чай зеленый лимонетто. Так, чай черный танго-манго. Одинаковый, да? Да. Три вида. И чай зеленый ананас, кусочками ананаса. Все по 80 грамм. 35.80, 38.90 и 35.80. Тянь-шань. Кто брал, тоже напишите мне, кто уже брал, пробовал эти новинки. Очень интересно. Очень интересно, интересно. Я бы вот этот попробовал. Чай черный. Манго-танго. Ой, даже чувствуется по этим кусочки, такие засушенные. Тянь-шань. Хорошая цена на Грейс 100 грамм и плюс 10 грамм в подарок. 110 грамм получается 40 гривен 60 копеек. И в пакетах тоже 25 плюс 2 пакета в подарок. 27 пакетов, 28.60. Гляньте, какой красивый. Посмотрите, какой прикольный. Делюкс. Пьянки и поцелунок. Упаковка красивая, да? Класс. Такая совушка классная. Мне понравилась упаковка, шикарная. Вот на подарок для гурманов чая. Подарок шикарный. Так, кстати, этот чай. Хожу-брожу и не вижу, а он смотрит на меня. Чай черный Curtis Gold Editions. Байховый, ароматизованный. Конечно, упаковка соблазняет. Так и соблазняет. Gold Citrus. Но сколько тут его? Так, 80 грамм. Чай черный байковый, ароматизованный, с додаванием рослинной сыворотки, фасованный голден. 80 грамм. Тут, ребята, короче, упаковка стоит. Ну, интересно попробовать. Делюкс обновил упаковку. Или только такой один экземпляр в новогоднем стиле. Гляньте, как красиво переливается. Все в таком новогоднем. Black and green tea. Сумешь зеленого и черного чая. 80 грамм, 41.40. Делюкс, это АТБшная. То ли обновил, но это вот эта вот марка, да, Делюкс. Это, наверное, такой промо. Новогодняя упаковка. Красиво сделано. На подарок тоже классно. Ребята, Миллениум. Целая куча всякого. С миндалем. И, кстати, очень хорошая скидка. По 21.30. С лесными орехами. А вот это что такое? Гляньте. 10 грамм только в АТБ. Поняли? 10 грамм дополнительно только в АТБ. 110 грамм плитка. Вот так. Не хухры-мухры. С цельными лесными орехами. Так. А где с изюмами всякими? Сушеными виноградами там?
Так, три вида, я понял. 21.30. Нормально? Нормально. Ребят, масло покажу, но в акции ничего нету. Яготинские 58. Белоцерковские 46.54. 46. Ферма, большая упаковка 120. Ничего, со скидками ничего нету. Так, ну вот самое бюджетное, это масло своей линии 44.80. Так, овсяные хлопья 18.90, своя линия. Так, а вот эти вот делюкс сейчас со скидкой идут. 23.40. Так, обыкновенные, разумный выбор. 400 грамм 10.90 из трех видов в упаковке. Три вида в упаковке из трех сортов. А вот такие вот, сколько тут тоже 400 грамм, 9 гривен 20 копеек. Так, кто еще не набрал майонеза? Праздники еще продолжаются, еще целый январь будем праздновать. 15.80, большая 67%, 21.90. Так, салатный торговой марки «Щедро» 16.40. Так, а кетчупы по 10.30 своей линии, обыкновенные. А почему это до шашлыку по 11? Странно, они были все как-то по 10. 10.30. Так, чумак по 17.70. Сколько тут грамм? 450 грамм. Кстати, хорошая цена. А если дешевле в акции, еще будет нормально. 55 закрутка. ВРС хорошая. Так, кукуруза, своя линия 20 гривен 90 копеек. Горошек, разумный выбор 17.40. 18.90. Нормально. Ребят, буду заканчивать видео. Всем хорошего настроения. Спасибо вам огромное за ваши пальцы и за просмотры. Всем пока-пока.